Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал данные о показателях коррупции в российских регионах, опубликованные в информационном бюллетене комитета 5 марта. По его словам, СМИ неверно истолковали представленные данные, зачислив в ряд регионов, в том числе Республику Ингушетия, в число субъектов с высоким уровнем коррумпированности. По его словам, журналисты, которые освещают тему борьбы с коррупцией, должны не просто ссылаться на цифры и интерпретировать их. Последние данные информационного бюллетеня Национального антикоррупционного комитета в первую очередь говорят о том, что в российском обществе усиливаются меры по борьбе с коррупционерами. Повышается эффективность этой борьбы, отметил он. Наши исследования, информационный бюллетень, подготовил Национальный антикоррупционный комитет, основаны на данных Генеральной прокуратуры, МВД, и управление по противодействию коррупции. Дело в том, что эти данные показывают, что в стране в общем у нас есть тенденция нарастания противодействия коррупции. Она делится на два направления. Первое направление – борьба с коррупционерами. И вот история по тем, как возрастает, например, объем взятки, показывает усиление мер по борьбе с коррупционерами, поскольку раньше у нас взятки были там 10 тысяч рублей, общая масса, а сейчас по 2 миллиона долларов, по сотни тысяч евро. Естественно, эта сумма возрастает. Значит, и воспринимается в обществе, в том числе журналистами, это неправильно. Вот посмотрите, как история с Ингушетией была воспринята журналистами РБК и в соцсетях. Все говорят, что самая худшая история в Ингушетии. А что здесь плохого-то, на самом деле? Если разобраться, в Ингушетии в два раза рост борьбы с коррупционерами. Количество возбужденных дел по коррупционерам возросло в два раза за год. Это говорит о том, что мы усиливаем меры по борьбе с коррупционерами. Поэтому с цифрами, которые есть, надо работать практически осторожно, да, надо понимать суть. Я в своем выступлении перед журналистами говорил, что люди, которые освещают протесты коррупции, должны обязательно знать суть вопроса. Не просто хвататься на цифры и интерпретировать их, да, а вот понимать, о чем идет разговор. И на сегодняшний момент любая информация, вброшенная, неправильно воспринятая в обществе, да, от непонимания, она приводит к последствиям, которые добиваются так называемая антикоррупционная международная организация, различные там псевдополитические лидеры, которые пытаются на борьбе с коррупцией создать напряженность в обществе, да, и доказать, что Россия самое коррумпированное государство. Это не так. Поэтому вот всегда, когда ты читаешь цифры, когда ты их обсуждаешь, нужно давать четкое осознание, да? Вот если больше, то это хорошо. Меньше, кстати, тоже не всегда хорошо, но не всегда плохо, да? Но вот на сегодняшний день, на примере Ингушетии, мы еще раз говорим, необходимо дополнительное образование, необходимое дополнительное разъяснение всех антикоррупционных мер, которые проходят в государстве.